Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение игры For Honor на максимальном уровне сложности. Третья миссия в кампании по крупицам за самураев. Я ожидала, что война среди самураев продлится годы, а не дни. Ничто не объединяет так, как общий враг. У викингов не было времени сбежать из Майера вместе с добычей. Ароти, Аю и ее новые союзники отправились в погоню. После встречи с Аю, Ароти предстоит очистить Майер от викингов, рыщущих по окрестностям в поисках наживы. Ароти бросили в тюрьму за дерзость, но когда ты владеешь мечом лучше всех воинов королевства, тебе многое сходит с рук. Оставляю два перка стандартных, второе дыхание прочность и начинаем. Я проследил за Аполеон до Майера. Я искал Аю. Так. Ты знаешь, где Аю? Но, думаю, вопрос риторический. Он уже ничего не знает. И сразу здесь точка интереса. Жестокосердие даймё Аю восхищало меня. К сожалению, и она ошибается в собственных мотивах. Аю не может поверить в то, что жаждет лишь власти. Да, все жаждут власти. Но не каждый себе в этом может признаться. Власть дает не только деньги, но еще и звук доносился заставы. Силу, которую не купишь за деньги в определенных ситуациях. Надеюсь, Аю жива. Ну что, постараемся найти все объекты интереса, все кувшины. Судя по началу миссии, когда я проходил, я находил их в полном объеме. Только я не помню, где они находятся. Ну, сейчас будем внимательно смотреть. И первые у нас клиенты на очереди. Ну, это такой полубосс. Мини-босс. С тремя плашками ХП это еще не серьезные соперники. А для разминочки сойдет. Нужно найти союзников. Ну, первые кувшины. Сейчас их засчитывать не будут, потому что я уже их разбивал. Засчитываю только то, что вы еще не находили. И, кстати, по-моему, на этой карте мы уже предыдущий эпизод играли, и Ubisoft и хитрецы решили, короче, в две разных миссии запихнуть одну и ту же, по сути, карту. Штормовой вихрь. Ну, здесь нам показывают, какие удары мы можем делать. Удары за роти я помню. Так, а что это такое там за танцы? Я его тут никак не сброшу. Нужно только через лук это сделать. Лука у него нет. Но такие вот баги бывают. Ну, может, он там танцует, может, у него гимнастика какая-то, я не знаю, что он такое делает. Посмотрите, какие у него попытки продавить стену дома. Вроде как он ко мне хочет и вроде как передумал сражаться. Ну да ладно, пускай он там так и прыгает. Не хочет, как хочет. Здесь не обязательно уничтожать всех, надо уничтожить только цели, которые... Надеюсь, Аю не убила всех. Которые вам выпишут. Он не наша цель.
кувшинов мы разрушили с вами. Две. Кладки. Это вот третья. Наротиру. Самураев один из лучших персонажей. Быстрый, в общем-то. Огромный арсенал по ударам. Многие из которых я... сейчас вот уже не вспомню без доп. Тренировки. Ну, тех, которые я помню, вполне должно хватить, чтобы на реализме пройти. Такой универсальный, короче, персонаж. Не очень сильный удар, но из-за высокой скорости может быть крайне опасен. Здесь вроде бы все, посмотрели. Я преподам этим викингам урок. Воу, тихо. Ты чё такой тут размахался-то? Или размахалась ты вообще кто? Какого пола? Или женского? Ёшкин матрёшка. Главный момент учить вовремя. Когда они так граблями машут, не подставляться, но можно и не рассчитать. То есть, если бы она достала, то получил бы наш Ороте, Ороте по кумполу 100%. Вот еще, кстати, одна точка интереса. Я предложила чин императора 20 даймё. 5 из них согласились занять трон, поверив своему врагу. Лжецы. Трусы. Жаль, что только 5. Да, для самураев это все позор. Аполеон, вот кто настоящий враг. И бесчестие. Но об этом знаем лишь мы. Позор и бесчестие. Четвертые кувшины. Я преподам этим викингам урок. Так, до Аюмы добрались, теперь надо здесь помочь. Добраться с викингами. Воу! Сразу, прям накинул с толпа. Надо сначала с мелкими разобраться, чтобы они не мешались. Да, вот тут мне крупные мешаются. Ненавижу. Тихо. Кипейщиц, нагиначец. Одни из самых противных врагов. Где же ваша добыча, псы? Мелкий отступает, но меня не интересует. У нас другие цели. Убить предводителя викингов. Двери закрываются. Ого, сбросить я его не смог. Вот это был просто фаталити удар сверху. Ваш брат даже грабить не способен. Так, кувшинов мы собрали с вами 4, да? Получается, точка интереса у нас было только 2, по-моему. Вот что еще хреново при повторном прохождении, они вообще не подсвечиваются. Если первый раз, когда проходишь, они хоть как-то светятся. Здесь их называется «попробуй и найди». Плевать на мелких, разберемся с крупняком.
На, иди, лети. Попробуем ее также добить. Да, этот мост для них станет фатальным. Явно. Так, еще остался один наверху. Где я могу забраться с этой стороны? Первый отхил только за всю миссию. И еще кувшины, это получается. Пятые вроде бы. Ну, я думаю, что вы будете проходить, вы легко их найдете, карта небольшая. Где же ваша добыча, псы? Вот этого уже не сбросишь. Еще и места мало. Твою мать. ХП у него много, это, по-моему, самый борзой из этих всех. Здесь тоже, в общем-то, мост-то есть, но сбросить его не получается. Может, вот сейчас? А, отлично, да, улетел и... И сдох. И разбился. Здесь много мертвых даймё. Война недопустима. Император недооценил вас. Наши гости настырные. Твоя правда. Защити пристань. Жди нас там. Так, у нас новая задача — защитить пристань. Вот еще, кстати, одна точка интереса. За те 20 лет, что я служила в Легионе Черного Камня, на землях Майра прошло 7 гражданских войн. Единство относительно. Всегда относительно. Где-то еще остались одни неразбитые кувшины. Возможно, где-то и здесь. Не хочу просто сейчас их выискивать. А, так, у нас здесь есть стрелы, которыми можно застрелить будет нападающих. И получается, две точки интереса мы не посмотрели. Одна из них я, в общем-то, помню вроде как, где находится. А вот насчет еще одной — это хороший вопрос. Ну да и ладно. Я говорю, когда они подсвечивают спирос, найти их гораздо проще. Вы уж сможете. Я уверен, безусловно, это сделать, раз я прошел и нашел их. Уж вы тем более найдете. У меня здесь все объекты были найдены. Можете даже посмотреть перед миссией еще раз, если не верите. Защити пристань, да? Легко сказать. Легко сказать, легко сделать. Тихо. Здесь мы смотрели, не смотрели на входе, я что-то не помню. Самураев осталось мало. Они боятся исчезнуть в веках. Каждый их воин должен быть сильнее 10 наших. Иначе ему не жить. По-моему, это была как раз 4-я реплика Аполеон. И 5-я будет вот здесь, вот на дереве. Там, с другой стороны. Вот она. Страна рассвета велика. Там, где викингов никогда не будет, откуда рыцари ушли давным-давно, самураи наш... Я надеялся помешать викингам скрыться с добычей. О, хрен. Давайте дослушаем. Страна рассвета велика. Там, где викингов никогда не будет, откуда рыцари ушли давным-давно, самураи нашли свой дом.
Они упорные. Безусловно, и вот видите, я упорный, я дослушал. Второй раз, хотя меня прерывали. Ну что, иди сюда. Кто-то там сюда бежал уже. Первый клиент, 4 предводителя, с которым нужно разобраться. Это еще не самый вот борзой. Всего 4, главное, чтобы они все сразу нас не накинулись. И будет нормально. Они решили вдвоем, это уже плохо. Интересно, пельмени могут зарубить или он бессмертный? Ты пельмень с ним вообще сам разберешься. Я тут пока постою, посмотрю на ваш бой красивый. Фига, может, какой борзой ты, смотри, что творит. Вообще херел. Щитом блокируется почти любой удар. Даже скрытый успевает заблокировать. И хп полно. Ни один, ни одно оглушение не проходит. Ебал, реально. Можно было, в общем-то, его и пристрелить, там еще один. Вот его сейчас я застрелю. Зайц, все честные битвы. Гори. Нравится, да? Лови. Стрелки! Отмени приказ. Есть дела поважнее. Сайдзюро. Аполеон отдала ему дворец. Наш народ не подчинится самозванцу. Мы выгоним самозванца из дворца императора. Нахольдер с добычей сбежал. Казался самый... прозорливый и хитрый. Ну да, все объекты я обнаружил, сами тут сейчас видели. По-моему, я не все еще нашел кувшины, ну да не стал тут с ними заморачиваться. Одно дело искать их на запись, другое дело искать для себя, когда у тебя время больше. Ну что, по идее остается у нас еще всего лишь две миссии до концовки. Я игру так вот и не прошел до конца. Я прохожу по миссии, чтобы пример представлять хотя бы, что там она из себя представляет. Наберет сложность реализм, поэтому тут рисковать нельзя. И мы узнаем, чем все это дело закончится. Потом я планирую таки пройти первую часть переизданной Tomb Raider 2013 года. Не знаю, насчет второй успею, не успею до 14 сентября. До выхода Shadow of Tomb Raider. Игра просто офигенная. Если не играли, то рекомендую. Или поиграть, или посмотреть.
Ну а если данная серия вам понравилась, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, на основной и дополнительный, вступайте в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. На сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.